Предприятия Хабаровского края присоединились к всероссийской акции «Неделя без турникетов». Ее цель – познакомить школьников и студентов с работой производственных компаний, расположенных на территории региона. Одна из них – «Газпром Трансгаз Томск». Филиал компании в Комсомольске-на-Амуре провел экскурсию для выпускников 11 классов, которые сегодня выбирают свой профессиональный путь. Константин Вишневский – комсомольчанин, выпускник местного университета. В компании прошел путь от инженера технадзора, контролировал строительство газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», до диспетчера, который должен разбираться во всех производственных процессах. Я как диспетчер вижу все. Контроль, прежде всего. Да, то есть, принимая какие-то первоочередные важные решения в случае нештатных ситуаций. Управлять этим всем должны грамотные, образованные люди. Поэтому нам очень важно знать и понимать, кто придет на смену нашим работникам сейчас, кто будет управлять этим всем, кто будет развивать экономику Дальнего Востока, экономику России в будущем. Это особенно актуально в свете реализации ПАО «Газпром» восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения, а также нового канала экспорта газа на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это проект федерального значения, непосредственно участие в котором принимает ООО «Газпром Трансгаз Томск». Для 11-классников провели познавательную экскурсию по производственной базе газовиков, показали диспетчерскую, передвижные лаборатории. Школьники побывали на учебном полигоне и попробовали себя в роли водителей спецтехники. После проведения экскурсии заинтересовался работой в «Газпроме». Мне понравился коллектив, мне понравились перспективы работы здесь, понравились условия работы. Сейчас «Газпром Трансгаз Томск» ведет наборы обучения персонала для эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири», ключевого объекта восточной газовой программы. Вполне возможно, что сегодняшние экскурсанты после получения соответствующего образования в будущем тоже примут участие в этом масштабном проекте. Нина Ефимова, Инна Монина, Артем Грибанов, Вести Хабаровск.